вам свои матчи, да, Камиль? Там не только блин будет. Жарко. День было очень жарко. Да. Да. Мы даже не... Причесаться даже толком не было времени. Ну да, прям козырьки сняли только и все. Да, и побежали. Вы только разминку нам не вкинули. Там очень много интересного. Да? Даже не помню, какие мы еще поговорили. А вот теперь мы работаем. Работаем? Так, происходит разминка. Елена Васильевна, Екатерина Макарова. Екатерина Макарова, справа Елена в белом. Обе в белом. Такие красоты красивые. Ой, вы сейчас хороший такой удар. Совершила. Первочком мы взяли. Есть хорошее начало. Ой, уже я подаю. Очень хорошая подача. Дальше входящая. Необычно. Ну, комментировать точно необычно, да. Да. У нас больше. Как раз сейчас мы договариваемся о комбинации. Даже знаю, какая. Ой, отлично, Елена пробила. Я приму по линии или нет? Нет. Так, какой счет у нас? 5-3. 5-3 уже ведут Макарова и Веснина. Приятно. Такие моменты еще хорошие. Так, смотрим, да. Сейчас проиграем. Ёшкин кот. Катя. Смотри, какой он был короткий. Ну что ж я... Ну чуть-чуть не распереживалась. Не переживай, мы выиграли этот матч. Обратите внимание, как у нас сейчас момент разножки. Прям... Там стил Хингис. Да, там стил. Сейчас Хингис жизнь пробежала перед глазами. И сейчас брейкпоинт, и мы осуществим... подаем на матч. Это наша самая любимая, да? Самый любимый наш момент. Готовься. Красиво. Ой, так длинно. И вот эта свеча, да. Я помню, офигенно. Сейчас я только вспомню. А сейчас я помню, куда я подала. Матчбол прошел очень быстро. Да. Победа! Наши... прыжки, радости, эмоции, да. У меня были слезы на глазах в этот момент, я плакала. Ну, прям хочется так замолчать и вспоминать эти эмоции. Да, да. Просто смотреть. Да, дрожь такая по телу, невероятная. Швейцарки тоже плакали в тот момент. Вот это вообще эти прыжки, вообще не понятно, откуда они у меня появились. Мне так хотелось выплеснуть эти все эмоции. Они на самом деле сами выходили. Награждение мы не смотрели с тобой. Да, кстати. Екатерина Макарова и Елена Фезмина. Да, и вот это медаль. Мы просто хотим посмотреть. Я, кстати, сразу узнала Рене Фазеля. Я думаю, что это знакомый усатый человек. А в этот момент, когда нас стали ставить на пьедестал, там было абсолютно мало места. Да, да, да. И мы так все вместе. Меня вообще, да, я вот там сейчас буду где-то вдалеке. А меня полубоком вперед. Да, такие просто счастливые, посмотри на наши глаза. Мне кажется, так мало это было награждение, можно было еще потом.